А почему я не уважаю наших промышленников и власть, которая занимается промышленностью, угробили, считай, завод по производству Уралов. Просто угробили. Его выкупило частное лицо. Делают Уралы теперь на экспорт в Европу и США. А в России его не покупают, потому что стоит 450 тысяч новый Урал. Вот. Задача государства сейчас, если кто-то в разуме хотя бы еще находится там, когда пуля или снаряд там в голове постоянно вибрирует, сделать доступным массовый, надежный мотоцикл, вот Урал, вот на базе Урала, новый двигатель, ну, новая система тормозов, все, вот, все уже сделали, вложить деньги, вот, будет почет и уважение от граждан. Да. Сочи.